А вот DNA папы Сашенькиного. Значит, у него 97% Eastern European. Смотрите, написано Оренбург. Оренбург. Получается, в нем течет тюркская кровь. Ивано-Франкиевск, Украина. 24 региона найдены в его крови. Дальше. Northern European. Так. The Finland, France. Дальше. British. 0,7. Вау! Круто как. United Kingdom, Ireland. Офигеть. Честно говоря, я просто в шоке. Вот из-за того, что я столько времени провела, изучая географию, историю Казахстана, оказывается, в моем сыне Оренбург, это же ну, 100% казах. Получается, в моем сыне течет казахская кровь и украинская. Я в шоке. Это пипец, как круто. Ну, здесь он точно этот Турция будет. Это как у меня тоже Монголиан. Получается, где-то мы наши бабушки, дедушки что-то делали вместе. Центральная Азия. 2%. Прикольно.